Еще пару десятков лет назад представить себе летающего человека люди могли, пожалуй, только в фантастических фильмах. Но недавно в сети появилось видео, изменившее мировоззрение человечества, на котором изобретатели Фросси с Винсом Реффитом пролетели в реактивных ранцах рядом с самолетом Airbus A380. Посмотрите, это же просто невероятно, какой прорыв для всего человечества. Я уверен, я даже не сомневаюсь в том, что за реактивными ранцами наше будущее. Только представьте себе, вместо личного автомобиля у каждого свой личный летательный аппарат, на котором вы сможете долететь без пробок в нужную вам точку города или даже мира. Помимо реактивных ранцев, вторая модель Jetpack может сама поднять человека в воздух. В ранце JB9 помещается почти 40 литров топлива, чего хватает примерно на 10 минут полета. Более точная цифра зависит от веса пилота. Также Jetpack JB9 способен поднять человека на высоту более километра. При этом реактивный ранец достаточно компактен, чтобы положить его на заднее сиденье автомобиля. Инженеры Jetpack Aviation вложили огромные усилия, потратив более 25 лет на создание этого невероятного проекта, прежде чем JB9 стал реальностью. Безусловно, нужно еще усовершенствовать многие детали, к примеру, предусмотреть автоматический запасной парашют и увеличить продолжительность полета, но уже сейчас изобретатели добились очень многого. Подъемная сила конструкции обеспечивается парой турбореактивных двигателей, технические подробности пока не разглашаются. Jetpack крепится на спину пилота специальными лямками и корсетом из карбонового волокна. Сейчас Jetpack Aviation работает над тем, чтобы сделать реактивный ранец более доступным. На данный момент стоимость рюкзака, способного поднять человека в воздух, составляет около 150 тысяч долларов и разрабатывает следующую версию ранца JB10, которая будет способна подняться на высоту более 3 километров и развивать скорость около 160 километров в час. Лично для меня с каждым годом в жизни становится все очевиднее, что нет ничего недосягаемого для человечества, и наши возможности ограничиваются только нашей фантазией, которая, как известно, безгранична. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и мы будем вместе познавать этот удивительный мир. До скорых встреч, пока!